Я хочу обратиться ко всем белорусам, которые слушают мою музыку, приходят на мои концерты. Знайте, что я искренне вас люблю и всегда с большим удовольствием прилетаю в Беларусь. Сейчас, вероятнее всего, вас втянут в эту войну, так как на протяжении нескольких дней через белорусскую границу на территорию Украины заезжает российская военная техника. Жены, не отпускайте своих мужей. Матеря, не отпускайте своих детей воевать. Давайте остановим ненужную смерть. Давайте остановим эту войну вместе.